Наша жизнь в наших руках, в наших мыслях и действиях. Всерьез о своей жизни я задумался в 21 год. На пути к большим деньгам я совершил множество ошибок и потерял много денег, пока не нашел то, что реально работает. Уже находясь в бизнесе, я видел, как многие люди бросали, если у них не получалось, а я просто продолжал идти дальше. И сейчас я точно знаю, что нужно делать для достижения результата и в каком направлении нужно двигаться. Ведь если у вас есть мечта, желание и настойчивость, вы прорастете даже сквозь асфальт. Все мы хотим добиться успеха, больше путешествовать, ездить на дорогих автомобилях, быть независимыми и счастливыми. Но большинство это не имеет, потому что им просто страшно. Страшно покинуть свою зону комфорта. Страх перед неизвестностью, мнением окружающих людей, а некоторым просто лень. Но я твердо убежден в том, что лучше быть по уши в делах и встречах, чем чувствовать себя ущербным, сидя дома и ничего не делая. Каждый день я работаю над собой, начиная день с раннего подъема. Читаю книги, слежу за здоровьем и вдохновляю других людей. Ведь я всегда ищу и нахожу возможности там, где другие опускают руки. Мне пришлось пройти через трудности, проводить работу над ошибками, всегда ставить цели и добиваться их. Люди сами придумывают себе сложности, но единственная сложность, она в вашей голове. Проблема в том, что они не верят, что может быть все вот так вот просто. Побеждает в этой жизни тот, кто победит сам себя, кто победит свой страх, свою лень и свою неуверенность. Я не обладаю какими-то особыми качествами, я обычный человек, но каждый день я обучаюсь, много думаю о будущем, и мои навыки приходят ко мне только благодаря упорному труду. Я могу ошибаться в людях, но это не делает меня хуже. Просто я хочу видеть в них лучшие качества, которыми они порой и не наделены. Я всегда мечтал повлиять на людей, чтобы они были добрее, богаче, стремились к лучшей жизни. И вне зависимости от того, о чем вы мечтаете, начинайте над этим работать. И тогда в вашей жизни начнут происходить самые настоящие чудеса. Жизнь всегда готовит нам новые испытания, но если вам есть к чему стремиться, то вы пойдете дальше. На пути к успеху много людей будет против вас, но опыт научил меня, что если люди делают что-то против тебя, то в конечном счете это пойдет тебе на пользу. Вы не должны сомневаться в себе. Ваши сомнения – это ваши предатели. Они заставят вас терять то, что вы, возможно, могли бы получить, если бы не боялись попробовать. Для меня очень важны люди, которые окружают меня, поэтому я просто обязан быть для них настоящим мужчиной. Быть примером для других людей и обеспечивать свою семью. Вы лучше меня по всем показателям, у вас обязательно все получится. А если вам есть ради чего жить, то вы обязаны добиться феноменальных результатов.